Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Гугудус, здесь 10, и, ребят, вы, наверное, удивитесь, почему я сейчас на своем аккаунте. Потому что я его восстановил. Я написал поддержку Roblox, и у меня восстановился этот аккаунт. И я очень рад этому. И знаете, я вот недавно связался с хакером SkinRandu, я решил зайти на его аккаунт, и я увидел там какое-то изменение, которое может поразить одного из моих подписчиков. SkinRandu, это хакер, который меня взломал. Вот он, смотрите, в офлайне сейчас. И, ребят, смотрите, что у него здесь написано. Anti the next. Вот, видите, здесь ниже кнопочки Add Friend. Написано Anti the Next. Что это означает? Давайте пойдем напишем это в Гугле, как оно переводится. Если кто-то не знает английский. Я, конечно, знаю, как оно переводится, и я решил вам, чтобы вы сами это все увидели, как оно переводится. Anti the next переводится anti следующий. Так, ребят, о ком идет речь? Anti. Anti это мой подписчик, который в большом активе. Ну что ж, давайте я вам его покажу, где он тут. Вот все мои видео, и он где-то должен быть. Итак, ребят, может он и здесь. Но вот, смотрите, the anti 777. Я видел, у него было там написано, знаете, что? То, что он взломает меня, Энти и Редкэта. Редкэт, я сейчас вам покажу, кто это, если вы тоже не понимаете. Это популярный ютубер, у которого 830 тысяч подписчиков. И, может, его тоже ждет эта фигня, но я не знаю. Потому что там было написано anti the next. Переводится как anti следующий. И следующий это в смысле следующий. Следующий это он его взломает. Да, ребят. Это очень как-то... вот, смотрите, он тоже... Может ли... снимает видео про взломы. Это все Хейл Сатана Джоу, ребят. Тоже есть такой хакер Хейл Сатана Джоу, который... взламывает всяких челиков вместе с SkinRandu. Хейл Сатана Джоу, они работают вместе с SkinRandu. Да, ребят, так и есть. И, ребят, советую вам держаться подальше, потому что это капец. Anti the next. Это значит, что anti будет следующим. Следующим, ребят, это кобздец полный. Так что, ребят, даже Энти, береги свой аккаунт, или может она тебя и взломать, если что. Все, всем пока.